своем микроблоге в Твиттере губернатор написал: «Легендарный рубеж в 1 миллион тонн кубанского риса взят. Но этот рекорд был бы невозможен без помощи президента. Новые посевные площади стали настоящим подспорьем для наших аграриев. Это долгожданная победа и великая заслуга наших рисоводов. Низкий поклон за ваш труд». Лучшими по показателям в производстве риса стал Калининский район. Там собрали 83 центнера с гектара. На второй строчке разместился Красноармейский район и замыкает тройку лидеров Славянский. По словам Вениамина Кондратьева, это историческое событие для края. Такой урожай белого золота регион собрал впервые за всю свою историю.